вся еда, которая здесь насыпана, и уборка, которая здесь производится, это производится просто добрым, неравнодушным человеком. Кашина никогда не оставляет ни еды, ни грелки никакой. Посмотрите, то есть ночью, когда 1-2 градуса, здесь реально полный ужас. Що робити зараз? Ми от якби, з ними. Ми їх будуємо, тому що зараз їм їде. На данный момент всем, вот сейчас мы давали всем лекарства, мы накормили, но этого мало, им как минимум нужен дом, хотя бы тепло. Уже есть.